остаться в живых. Mm-hmm. Уезжай. Пропускаю вот эту фуру. Пошли, пока грузовик. Газу дай, в зеркало смотри. В зеркало заднее. Видишь, там уже грузовик едет. Чё ты? Раз, левый поворотник включать, притормаживай, пешеходов нет, встречку смотри, нет, крути руль. Конечно, максимально, да? Ну, конечно, я же сам так не езжу. Пешеход слева, раз, понял. Не пропустил. Это сразу до свидания. Я понял, мне просто попало вслепую. А ты когда поворачивал, ты же обзор головой-то крути. Понятно, что там попал в мертвую зону, в слепую зону, не увидел, это не сдача. Понял. Дальше проглядываю, что здесь не регулируем пешеходный пешеход, переход. Кого нет? Мы двигаемся по главной, да, знак главная дорога. Это улица у нас Малиновского, по-моему. Да, Малиновского. Будем двигаться по главной дороге. Она плавно перетечет тогда в улицу Панфиловцев. Разрешенная максимальная скорость здесь какая? 60. Ограничивающий знак. Здесь также, в принципе, и можно везде остановиться. Знака уже не было? Не было. Прижался справа, сплошной нет, ну тебя объедут. Но это тоже будет очень глупо, да, с одной стороны. Ну, на экзамене у нас все бывают иногда команды глупые. Двигаемся по главной дороге. Пешеходы. Влево посмотри, никого нет. Если тебе из-за стойки не видно, ну, наклоняйся головой, потому что это твоя обязанность. Я понял. Это улица Панфиловца. Здесь также идет прерывистая линия разметки. Соответственно, здесь можно остановиться. Бах, ямы, да? Смотри, где лужи, там значит ямы. На пустой дороге, на ровной вернее. Не, я заметил просто. Не успел дернуть. Подъезжая опять к пешеходному переходу, да? Из-за автобуса мы не видим, есть там человек или нет. Нет человека. Двигаемся. Что этот автобус 25-й? Стоит, стоит. Двигаемся дальше. Машина поворачивает, притормаживает уже. Понимаешь это?
Также по главной? Да, по главной. Притормаживаем. Нету никого. Все чисто. У нас чисто, поехали. А это у нас улица, по-моему, Ворошилова уже, да? Нет таблички. По-моему, да, Ворошилова. Здесь также может проходить экзамен. Пешеходов чуть пропустил. А. Что? Что-то я вообще. Потому что зеленый тебе горел, им красный. А-а-а. Ты же смотри внимательно, это регулируемый светофорный. Пешеход. Я уже забыл. В любом случае мне нужно на них смотреть. В любом случае тебе надо обращать внимание на все, да. Вдруг светофор не работает. Мало ли что еще. Здесь, на данном участке дороги, что в ту сторону, что в эту сторону остановиться не получится. Ну, только если здесь можно остановиться, где две полосы пошли, да? Uh-huh. Мы налево поедем. А в обратную сторону также может маршрут идти в обратном направлении. То есть здесь везде сплошные стоят. Над левым поворотником, зеркало, обращаю внимание. Какой знак видишь? Уступи дорогу. Уступи дорогу. Почему я тебе сказал, обрати на этот знак внимание? Потому что сейчас не работает светофор. Вот, да. Поэтому мы тупо пропускаем всех. Угу. Страшно, опасно, но что делать? Выезжаем. Угу. Пешеход, правда, слева был. Вот справа. Я уже сам путаюсь. Угу. Потихонечку, потихонечку, помаленечку, помаленечку. Давай, 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 высовываемся, высовываемся. Опа, крутим руль, крутим, крутим, крутим. Молодца. Все, ты справился с этим заданием. Ура. Жалко, я не могу тебе водилки выдать, но... Водилки выдать, но... Так, здесь мы повернули, сразу знак «Остановка запрещена». То есть, не важно, что ты не увидел. Ты ехал по этой дороге, ты пока поворачивал, должен был обратить внимание. Стоит знак «Остановка запрещена». Справа здесь тоже нигде нельзя останавливаться. Хорошо. Двигаемся дальше. Да, кстати, тот знак я не заметил. Да? Знак вот остановки я не заметил. Слишком был сконцентрирован. Ну, ты поворачивал, да, конечно, пешеходы, машины, автобусы. Вот. Ну, буду иметь в виду. Да. Толкаем машину, грубо говоря, за этот перекресток. Только тут ты уже можешь остановиться. Завтра не перекрестки. Да. Ну, как, я не видел, мы пока с тобой разговаривали, я не увидел, там есть перекрестки какие-то нерегулируемые или нет. То есть вот здесь я могу сейчас. Да, здесь ты уже можешь остановиться, да. Так, тормозим перед стоп-линией. Воображаемая, скорее всего, потому что она стерлась. Да, в принципе. Кусочки видны, значит, да. Она есть, да? Все, стой. Вот, ребята выезжают. Он на красный поехал. Сейчас смотри, газель выезжает. Ну, благо она людей, да, пропускает. Посмотрим, да? Ну, в любом случае он должен стоять. Это пешеходный регулируемый переход. То есть водитель должен стоять, пока не загорится зеленый. Но он этого тоже не дождался. Ух ты, какой смелый. Тут тоже смотрю смелый. Аккуратней. Он угол срезал, а ты газу даешь. Двигаемся в прямом направлении. Красный горит. Ага. И все.
Почему прогорел? А я ехал с той стороны, пешеходы вышли из-за автобуса. С вот этой стороны, с той стороны за машиной. Кстати, здесь по первому ряду стрелка дополнительная загорелась. В данный момент можно из правого ряда остановиться, игнорируя всех, кто хочет поехать направо. Но это некрасиво. Но вот движение вперед тебе разрешено. То есть, если не успел сюда перестроиться, можешь справа стоять, пока еще дорогу не сделали и стрелки не нарисовали, да? Потом ты напишешь, конечно, рисуй стрелку, чтобы только направо ехал. Так, ты правый ряд перестроился без поворотника. А я разве не в том же ряду еду? Нет. Ты сместился. Любое смещение, надо, не надо, включить этот поворотник. Посмотри в зеркало. Потому что у нас, ну, так устроен наш мир российский. Я просто думал, что я, ну, я мог. Ну, ты думал, а 3 балла получил. И 4-й балл за то, что в зеркало не посмотрел. И 5-й балл он тебе поставит за то, что неуверенно это все сделал. Итого 5 баллов. Понимаешь, да? Прикопаться можно ко всему, что угодно. Здесь также остановка запрещена. Видел, знак? Ага, да, видел. Вот. Маршрут у нас уходит на... Направо? Да, направо, на Комсомольск, на Биробиджан. Вот, учись таблички считать. Ага. Читать, если он тебе скажет, двигаемся в сторону Биробиджана, да, ты раз, глаза выпучил, а куда это? Как бы так. Эта улица у нас уже Павла Морозова или Пионерская, я не знаю. Для меня это Пионерская. Для многих боровчан, по-моему, тоже. Выбирай место для остановки. Да, если там был знак, что нам нужно сделать? Доехать до перекрестка и уже после перекрестка остановиться. Да, пересечь какой-нибудь перекресток, регулируемый, нерегулируемый, да, неважно. Стоит знак главная дорога, пешеходный переход. Смотрим направо, сквозное движение есть, да? И это, блин, улица. Вот, пожалуйста. То есть здесь можно? Да, то есть ты здесь можешь остановиться. Открой свое окно, пожалуйста. И наоборот. Газу, 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 пожалуйста. Видел, машина хорошо перестроилась. Сейчас он тебе пальцем там покажет что-нибудь. Ты же когда выезжаешь, ты тоже бери, ускоряйся. Мы же не где-то на автодроме, да, с параллельной парковки выезжаем, по сторонам смотрим. Тут опасность, тут жизнь. Я имею в виду. Здесь дальше что? Ну, кстати, вот проехали, что там, пешеходный переход, да, был? Угу. Пешеходный переход. Здесь какие знаки видишь? Тут то, что через 300 метров будет. То, что переезд, но ты переезд. По нему проехал. Раз. Посмотрел налево-право. Угу. Дальше мы, опять же, это тоже не перекресток. Угу. Это регулируемый пешеходный переход. И нерегулируемый нерегулируемый перекресток. Угу. Рельсы опять налево-право надо смотреть. Слились. Здесь третий подряд пешеходный переход. Угу. То есть даже выезжая с выбора с Эльдорадо, угу, горит красный, ты остановился перед зеброй, стоишь. Угу. То есть ты не можешь миновать его. Угу. Левый ряд перестройся. Это уже идет у нас что? Давай определим, что это перекресток или пешеходный переход. Это уже перекресток. Это уже перекресток. На нем есть пешеходный переход. Пошли, да? Угу. Вот. Правый ряд перестройся.
включи поворотник. При одном только желании ты включи поворотник, потом смотри в зеркало, оценяй ситуацию. А теперь, Максим, смотри скорость свою. В правый ряд перестройся. Здесь также можно везде остановиться. Так, смотри, это что у нас? Перекресток регулируемый? Это пешеходный. Это пешеходный переход регулируемый. Выбирай место для остановки. Ну, включи поворотник. А, что-то я тут, да. Конечно, тут же. Да и на стоянку ты здесь, ну, можешь, да, машину поставить. Только смотри по зеркалам, чтобы нам не прилетел привет. Если до бордюра дотронешься, слышал? Визг резины. Это знаешь что? Не сдал. Ну конечно не сдал, ты в бордюр въехал. Причем на ровном месте. На ровном месте, поехали. О, слышал еще? Дальше. Ну, в прямом направлении двигались. Обращай внимание, это что у нас? Говори. Перекресток? Так, это сейчас светофору посчитаю, это перекресток. Подожди считать светофоры, их может и 20 стоять. Не, я понял, но... В их сторону три светофора есть? Вот слева посмотри, в их сторону есть три светофора, им горит красный, не человечек, а именно круглый, да, сигнал. Двигаемся по главной дороге. Так, значит, по-моему, не даст направо, да? Максим, ну что-то нужно делать. Только так? Ну, отклонение от маршрута. Я понял. Разворачивайся. А нельзя было остановиться и включить поворотник и выехать, ну, в полосу? Ну, я бы, наверное, не успел. Остановиться не успел? Залететь, значит, со скоростью ты сюда успел? Влево все равно смотри, потому что таких, как ты, друзей, которые не видят до последнего, извиняюсь, они могут и по этой полосе проскочить, понимаешь? А так как мы выезжаем... И у нас знак «Уступить дорогу», мы в любом случае должны уступать. Хоть он и нарушает правила дорожного движения. Ну сейчас-то, конечно, вот смотри, да, самое интересное, они потом все во второй ряд уходят. Едут здесь по первому, поехали, видишь, что машина выезжает при пустой дороге, они даже никто не хочет тебе сказать, чувак, выезжай, ты на учебке там, вот тебе помощь от меня. Ну, ничего страшного в этом тоже нет, ты таким же будешь. Вы все уважаете других, пока за руль не сядете. На скоростной режим свой, обрати внимание. Ага. Левый ряд перестройся. Обращаем внимание, здесь что? Регулируемый пешеходный переход, либо регулируемый перекресток. Так. Обращаем внимание. Видишь слева на столбе, где пешеходный переход, где женщина с девочкой идет? Ага, ну... В их сторону три светофора висит. Не два, ну и два пешеходный переход, и три как разрешающие движения. Регулирующие движения, или так сказать. Это что получается у нас? Перекресток был, да? Здесь тоже вот этот капкан справа. На заправке подсолнух. Роснефть или что он? Что это у нас? Это перекресток.
опять три светофора в нашу сторону есть и в их сторону, да, Иван? Слева, справа. Также здесь везде можно остановиться. Mm-hmm. Знаков у нас не было. В правый ряд перестройся по возможности. Вот смотри, впереди красный. Ты, грубо говоря, перестраиваешься перед грузовиком, груженным, mm-hmm. возможно. У тебя машина весит тонну. Ты остановился, а у него машина весит 10 тонн. Угу. Физику изучал? Было дело. Понимаю, что тормозной путь у него составит намного больше, чем у нас. Он уже издалека увидел красный сигнал светофора, начинал торможение, и мы такие умные залезли под него. Это что у нас? Так, это у нас был перекресток. Это был перекресток. В правый ряд перестройся. Я... Ты все равно на... Ты все равно проехал по сплошной линии. Ага. Ты в бордюр сейчас едешь. Движение ты начал задним ходом. Ну да, я понял. Ты сигнализировал об этом? А, то, что надо туда. Рулем работать будешь, а вправо, влево ты будешь смотреть? А начало движения ты поворот не включил? Ага. Много телодвижений. Ну а как ты хотел? Ты что, знака уступи дорогу нет, что ли? Я не вижу. А где его? Ну, значит, выезжаем в свою полосу, никому не уступая. Угу. Потому что вот, по сути у нас своя полоса здесь. Угу. Двигаемся в прямом направлении. Угу. Так вот, если вы мне сказали перестроиться вот тогда право, я попал в этот капкан, то... Тормози. Тормози? Просто тормози, да. Сдалека угу. знак увидел, уже скидывай скорость, перестройся. Угу. Либо проедь, ты на экзамене можешь сказать, там сужение полосы будет. Сейчас проедем, я перестроюсь. Mm. Как бы, ну, уже как раз, в принципе, у нас время было. Но хотя время было у нас и перестроиться, и вернуться обратно. Понимаешь? Mm-hmm. Двигаемся в прямом направлении. Так, ну что сейчас проехали? Перекресток или пешеходный переход? О, я что-то пропустил. Вот. Перекресток. Mm. То есть, если мне на капкан отправлять, это такая подлянка, да? Ну, конечно. Опять же, видишь, движение прямо и направо, да? Угу. Красный горит. Нам разрешено движение прямо? Прямо нет, только направо. Поехали. Я имею в виду вообще по знакам разметка 1.18. А, ну по разметке. Разрешено движение. Движение, да. Только... Сигнал светофора нам запрещал движение да. прямо, но не запрещал направо, да, по дополнительной секции. Я про то, что говорю, ты можешь и стоять. Угу. Если тебе движение прямо нужно, uh-huh. в прямом направлении, можешь не лихорадочно не менять полосу, знаешь, uh-huh. чтобы куда поворачивал направо. Вот, а мы сейчас проехали перекресток или что? Так, там, по-моему, были тоже с той стороны перекресток. Перекресток. Это тоже перекресток. Это тоже перекресток. Как определил? То, что светофоры в ту сторону, в нашу сторону и в. Регулирует движение там и там, mm-hmm. да? А не только в одну сторону, как на, в одном. Mm-hmm. Здесь также знаков никаких не установлено, ограничивающие mm-hmm. свободу остановки и стоянки. Так что ты можешь здесь остановиться. Здесь тоже капканчик такой, mm-hmm. видишь? Mm-hmm.
здесь что у нас? Так, ну здесь тоже перекресток Т-образный, да, получается? Да, Т-образный перекресток. Это уже там идет, по-моему, переулок Молдавский, Матаневский, не знаю. То есть он перекрестком считается здесь, да, потому что как идет сквозное, да? То есть, ну, если было прилегающее, то это не перекресток. Нет, почему? Светофор установлен. А, ну перекресток, да. Ты что? Это что у нас? Пешеходный переход. Да, причем вот ты когда сказала, посчитают светофоры, да? Тут 4, 3 их, да? Не, я знаю то, что их может быть несколько. Ну так. Вот машины справа выезжают. У них нет светофоров никаких. В их сторону ничего не горит. И вот эти машины слева, они правильно остановились. Они ждут, пока загорится зеленый. А вот эти вот, их опередили и поехали. Ну это просто не знающие. Немножко. Не отличающие. Можешь вообще дальтоники, не знаю. Ну, у меня такой вариант на автовокзале есть, когда машины выезжают, именно вот, где сами автобусы останавливаются. И по Воронежской стороне Северного, вот они тоже просто проезжают сразу, хотя там нужно останавливаться. Это все у нас идет экзаменационный маршрут. Знаков остановки я опять же не заметил. Здесь также может тебя перестроить вправо, вот опять этот капканчик, да, наш? Я их называю капканы. Ну, потому что реально как капкан. Ну что ты, едем, 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 спокойно едем. Пешеходный переход, он только замигал. Зачем паниковать? В горку машина сама не поедет. Давай мы с тобой выполним разворот и поедем в обратном направлении. Так, по идее, здесь можно. Разметки я не вижу. Движение прямо у тебя. Какая разметка? Поехали. Ты что делаешь? Ну, специально молчал. Где, где? Где-то. Это движение прямо. Разворот запрещен здесь. До перекрестка нужно. Все равно прижиматься влево нам нужно, да? Указываем поворотник, смотрим в зеркало, перестраиваемся. Это у нас вообще одностороннее движение идет. Обратно мы на следующем перекрестке поедем налево. На зебре-то не стоит. Да. Пошли.
правую полосу вошел, значит иди по правой полосе. Mm-hmm. Заходишь перестроиться, включишь поворотник. Mm-hmm. Знаки видишь? Дальше идет, ну, движение прямо в одну сторону, остановка запрещена. А с левой стороны можно остановиться? С левой, по-моему, тоже был знак. Вот, видишь? Ты все учитывай знаки. Mm-hmm. Какой мы знак увидели? Сорокет. Ну, получается, 30 этот 40 только до на месте, где... До перекрёстка. До перекрёстка. Ты видел перекрёсток, нет? Нет. Если не увидел, значит едем. Прилегающая территория. Вот здесь хотел развернуться. Угу. Вот. Я забыл, что тут односторонний. Значит, нет. Дальше бы движения знаков вперед не было, здесь поворотник надо включать. Вот перекресток теперь. Посмотри назад, вон тут зеркало. Вот в зеркало знаки движения прямо, видишь? Вот они, вот сейчас. Видел? Ага. Все равно люди выезжают на красный и едут дальше, как ни в чем не бывало. Вот здесь очень много людей путается на экзамене, они думают, что это перекресток. Поехали. Это если вот отсюда справа выезжаешь налево в нашу сторону, откуда мы приехали, можно выезжать. Стоп, тут стоит эта разметка. Эх. То есть я здесь не буду мешать автобусу выехать? Не буду. Остановиться? Зеркало смотри, ты видишь, где бок автомобиля и где бордюрка. Понял?
Так же хватит? Да, конечно. Все, включаем поворот, мы поехали. Ну, как на экзамене подход крутник, там все дела. Перестройся. Это что надо? Маршрутное транспортное средство обозначенное. Ты его не пропустил. Должен полагать, что он не будет стоять там. Ну, может, он выгружает кого-нибудь. Выгружает пассажиров в основном. Так, что это у нас? Так, это перекресток. Перекресток, это Кубика у нас слева идет улица. Пропускали. И он когда уже решил прямо поехать, ну дальше, в смысле, ты взял и подъехал. Сразу. Колесо отпало, все, машина не едет. Газу дай. Ну, да, он уже едет. Ну он-то едет, но только это МАЗ, он пока разгонится, ты бы уже уехал. Ну, не МАЗ, КамАЗ, что это? Разгоняйся немножко сейчас вперед. Газуй. Не крути руль. Газуй. Выходи. Ну, с поворотника. А то ты сразу пытаешься выкрутить и выехать. Так ты теряешь время и с нормальной скоростью не выйдешь. Выбирай место для остановки.
это на что? Что это у нас? Перекресток или пешеходный? Это перекресток. На остановке сейчас я остановлюсь. Смотри, вот он споткнулся и под ноги. На максимальной скорости на данном участке дороги. Ну, допустимой. Говорят двигаться с максимальной скоростью, то мне разрешенная максимальная скорость. Да, мне до какого момента вот до 60? Не, я понимаю, до какого момента исполнять это задание? Ну как до какого момента? Я даже не знаю, что тебе ответить. Ну в плане того, что ну доеду я до перекрестка, допустим, ну на красный остановлюсь. После этого мне также сохранять. Задание. Вообще надо ехать, двигаться с нормальной скоростью. Uh-huh. Тебе говорят с максимально разрешенной скоростью, либо там был знак 40, uh-huh. либо ты, ну, а ты едешь нормально и думаешь, так, надо до 60 поехать. Uh-huh. И ты раз такой поехал, а там знак 40, да, установлен. Uh-huh. То есть не сдал. Либо ты медленно едешь, он тебе говорит, выбирай, ну, uh-huh. скорость. Что едешь, лук чистишь, да? Здесь также можно везде остановиться. Mm-hmm. Проехали два ЖД переезда. Да? Mm-hmm.
дальку дави. Мы в гору едем. Машина захлебывается. Через перекресток двигаемся в прямом направлении. Не стройся. Ускоряйся, ускоряйся. Место для остановки.
тот синенький тебе в бочину как заедет. А, то что? Конечно. Понял, чуть писем подальше протянулся. Одна полоса, блин, он выезжает, и ты тут такой не стоишь. Ну, если бы я протянулся чуть дальше, то можно... Ну, вот сюда бы протянул, бы, да остановился. А главное, да, едем? Ну, конечно. Выбираем место для разворота. Угу. Ключи ты поворотник, ключи, поворотник, ключи. Двигаемся с разрешенным максимально допустимой скоростью на данном участке дороги. Что у нас перекресток? Да, да. По-моему, там был светофор, так что там получается. Людей мы в любом случае пропускаем. Человека не обрызгай. Вот взял, обрызгал. Пардон. Ну зачем так делать? Там уже стоял прям человек. Ну хотя бы ДПСника не обрызгай, ну его нечем. Ничего страшного. Меня же найдут, по шее дадут. Ты-то что сдал, до свидания. А мне еще среди людей, водителей-то ездить. Двигаемся по главной дороге.
на регулируемом перекрестке налево поедем. Какой это перекресток? Светофор чем оснащен? Светофорами в ту сторону. А, и доп секции. А как ты определил доп секцию? Ну, может, это секундомер? Ну, я вижу, что там стрелка. Ну, это у тебя зрение хорошее, у меня вот плохое. Вот как сейчас определить, что тут есть доп секция? Смотри на правый светофор. Вот сейчас видно это. Движение только куда? Только прямо. Черная контурная стрелка, да? То есть при наличии такой контурной стрелки мы должны понимать, что тут сейчас загорится стрелочка, да? Ну, мы по этой доп-секции пропускаем, да, получается? Чего мы не пропускаем? Это ты при повороте направо пропускаешь, когда, допустим, основной красный горит, да, и ты... Скажешь, правый ряд перестройся. Ты не кажешь, что ты сильно разогнался? Да, я знаю, да. Что это знак означает? Он отменяет все предыдущие знаки.